Всем привет, с вами Фендер. Сегодня я вам покажу, как сделать светящийся потолок из ламп. С минимальными затратами редстоуна и других ресурсов. Приступим. Первым делом ставим основной блок. От него и все, и будем начинать. Дальше лесенкой ставим также блоки. Повторяйте за мной. Поставили рычаг. Вот это нам больше не потребуется. С противоположной стороны блока ставим факел. Далее сюда редстоун и сюда редстоун. Ну, в основном механизм наш готов. Далее мы ставим столько ламп, сколько нам надо. Просто сколько хотим. Самый простой механизм, который я знаю. Может быть, кто-то еще его знает. Ну, в общем, механизм готов. Чтобы было покрасивее, можно сделать так, как сделал я. Вот так вот. Всем спасибо, с вами был Фендер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.